Так, ну вот, включаем. Вперед. Начинает крутиться. Можем менять скорость. Сколько нам угодно. Ну, поставим поменьше. Это в герцах, до 50 герц можно поднять. Так, ну вот, бросаем баклажку. Бросаем куда хотим. Вот она не очень ровно упала. Все нормально работает. Если вдруг заживало там что-то, можно нажать стоп и кнопочку назад. Он в обратную сторону сразу будет крутить. Вот. Все работает, все нормально.